Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Олег Никитин. Я являюсь руководителем Федерации хоккейдо Чуваши, лауреатом государственной молодежной премии в области образования и воспитания молодежной политики и обладателем двух черных поясов по айкидо, по хоккейдо. Ну и также еще первый разряд по тайскому боксу. Вот. Сейчас мы находимся на чемпионате Чуваши, чемпионат первенства Чуваши по боксу среди юниоров и среди взрослых. Бокс Чуваши очень активно развивается. Чемпионат проходил с 5 по 9 декабря, фактически в 5 дней. Это, наверное, один из лучших таких уровней из единоборств. Ну, бокс, конечно, он, если брать общие все виды единоборств, он, конечно, именно особенно если ударные виды брать, конечно, он такой самый развитый и олимпийский вид спорта. Поэтому очень здорово, что он развивается здесь, в Чувашии. Я хочу сказать, что бокс – это отличная ударная база. Даже для стиля я сам боксировал, занимаюсь активно ударную технику, также культивирую бокса у себя в хоккейдо. Вообще хоккейдо – вид спорта, где тэквондо в основном преобладает, и руки там не настолько сильные. Но я свою методику преподавания особо уделяю боксу, потому что бокс – это, как говорится, всему голова. Вот, это вид спорта настоящих мужчин, и я считаю, что это отличная база для любого молодого человека, который хочет заняться единоборствами, потому что руки, они нужны везде на самом деле. Вот. Но если сравним вот этот вот уровень соревнований, можно сравнить с соревнованиями в Париже где-нибудь, там во Франции, да, потому что настолько развит бокс здесь, в Чебоксарах. И я считаю, что если бы проводить встречу матчевую Чебоксары-Париж, я думаю, чебоксарские боксеры не уступят, а скорее выиграют. Вот, поэтому здесь огромное количество уже действующих кандидатов мастера спорта, мастеров спорта, которые выступают на этих соревнованиях. Поэтому уровень отличный. И даже на таких простых чемпионатах, как чемпионат Чуваш, уже мастера спорта выступают. Вот. Конечно, уровень огромный. Чебоксарские боксеры славятся. Возьмите Валерьяна Соколова, это олимпийский чемпион. У нас здесь в Чебоксарах Алексей Соловьев активно продвигает бокс. Вот. Ну, Сергей Макаров, Алексей Щербаков, клуб «Титан», вот. Валерий Янович Лаптев. Ну, конечно, Мельник, президент Федерации города Чебоксары. У нас отдельно Федерация города Чебоксары еще. Конечно, это огромная работа, проделана людьми для того, чтобы провести такие турниры, такие чемпионаты. И мы с удовольствием смотрим все эти мероприятия, с удовольствием болеем за наших спортсменов. Здесь вообще все наши, но болеем за своих друзей на самом деле. Вот. И поэтому, если у вас родился ребенок и вы хотите лет с 5 уже, можно отправлять в бокс, чтобы он боксировал и выступал на соревнованиях. Вот. Поэтому я считаю, что такие турниры по боксу, их необходимо проводить периодически.